Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. К сожалению, и в Луганске, и в Луганской Народной Республике тоже очень много изменилось за эти годы, но в худшую сторону. Потому что все эти 8 лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии, боевые действия. И, конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь людей в Крыму, в Севастополе, это очевидно. Но именно трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Именно прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь людям, проживающим на Донбассе. Нашим людям, проживающим на Донбассе. Таким, как ты. И мы будем действовать последовательно и добьемся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется, и она будет меняться к лучшему, так же, как это происходило с тобой в твоей жизни в Севастополе. Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.